Очень мало памяти осталось на телефоне. Так, быстренько сейчас пройдемся. Ну, микс очень классный. Даже вечернее платье какое есть. Очень красивое. Классная модная футболка. Еще одна блузка. Штаны из льна. Классные тоже. Так, это у нас платок. Это платьишко. Футболочка. Марио футболка. Что-то деликатное тут у нас идет уже. Корсет. Так. Шорты. Стильные, я не знаю, что это. Что-то стильное такое. Тоже не знаю, что это такое, но что-то хорошее, видимо. Так. Платьишко. Так это. Майки, футболки. Модные белые джинсы. Опять трусики. Опять корсетик. Блузочка. Шикарные вещи, конечно. Что-то такое, ночнушка, что ли, не знаю. Типа футболки, маечки. Платье. Шантем. Тонкий свитер. Шиндем тоже мужской. Модный. Что-то типа бридж или 7/8. Блузочка в горошек. Стильная, модная. Трусики. Ну, еще полмешка только прошли мы с вами. Летние вещи, они легкие, поэтому их много. Поэтому себестоимость будет ниже, чем у весны и тем более зимы. И вещи, естественно, ярче. Это такой оригинальный шарфик. И юбочка.
футболка. Не знаю, по-моему, это как называют эти. Забыл вообще, как их зовут. Так, это что-то типа боди. Купальник, что ли? Да, вроде купальник. Джинсы. Вау, Levi's джинсы. Круто, круто. Не дешевые джинсы. Размер хороший. Классический. Ветровка, офигенная ветровка. Яркая, синяя. Ну и понятно, что без износа. Размер L-ка. Крутая ветровка. Такой веселый кролик. Так. Такая туничка. Или футболка. Дальше возьмем сюда. Так, шортики. Красивым цветом. Танковочка. Или тонкий свитерок. Платьишко. Так, так, наверное, лучше взять. Так, еще что-то. Платьишко или блузка. Блузочка тоже с красивыми сердечками.